Вот здесь вода на глубине 2-3 метра. Представьте себе 50-этажный дом. То есть для вот этого микрорайона чем это закончится? Когда строят дом, вода выдавливается, и вот там вода поднимается во всех подвалах. Раз. Во-вторых, они начинают трескаться. Будем идти до конца, нам терять нечего. Мы здесь жили, это забрали наше. Мы его отдавать не хотим. Тут должны наши дети и внуки отдыхать. Это не совпадение, только мы, значит, объявили. Чего не можем сделать, я не знаю. Я буду либо материться, либо...